Наука. Скончалась Маргарита Хак, знаменитый астрофизик, уроженка Флоренции, почетный член многих академий, легендарный исследователь межпланетного пространства. Она была типичным европейским интеллектуалом с отчетливо левыми убеждениями, много охотно принимала участие в политике. Идея Маргариты Хак воплощала не только в публикациях, но и в повседневной жизни. Так, будучи убежденной в необходимости сокращать потребление, Маргарита Хак отказалась, в частности, от мяса и мясных продуктов. Вторая сторона жизни Маргариты Хак – это популяризация своих идей. Я атеистка в том смысле, что я не верю в загробную жизнь, и я считаю, что душа человека – это его разум, интеллект, мозг. Я не верю в нематериальное и верю в материю, полагая, что она первична. Идея высшего разума мне не кажется привлекательной с интеллектуальной и с научной точек зрения. Что такое время? Это изменение. Время можно фиксировать, замечая изменения. Все и вся стареет. Вы рождаетесь, вы живете, вы умираете. Все заканчивается и все проходит. Даже геологические породы, из которых состоит земная кора, им же более 4 миллиардов лет, и время, которое проходит, оставляет и на них тоже свою печать. Маргарита Хак ушла в возрасте 91 года. Она как-то заметила: встретив на небесах Бога, если наше свидание все же случится, обещаю, что скажу ему, что была неправа.